Буэнос диас, перцы. Я для нас свет снова заряет ваш экран, а это значит, что мы продолжаем херачиться. Most Wanted, несмотря на то, что в прошлой серии я дико так подгорел, прошел всего одну сраную гонку, сделав по меньшей мере 7 попыток. Дерьмовенько. Фу, надеюсь, что в этой серии не будет так горячо. В общем, хорош ли, да? Поехали. Так, нам осталась последняя гонка перед боссом. И опять, опять. Все одно, да потому секундомера я даже брать не хочу в расчет. Давайте попробуем все-таки с спринтом совладать кое-как. Несмотря на то, что мата у меня в его сторону было пролито. Ой, как много. Кобальт, GTO, Фиат. Блин, единственным вот реально серьезным соперником станет GTO. Бля, мне кажется, или сбой в матрице. Тачки одного цвета. Почти. Еще меня эти пидоры вперед не пускают. Как и предполагал, самым злым соперником оказался GTO. Light. Да ебаните меня кто-нибудь палками, чтобы я нормально наконец поехал. Не, ну это ж пиздец. Твою ж мать, еще клавиатура лаганула. Разберешь, она или беспроводная? Проскальзнул. Секунды отрыва, ни много ни мало. Две и три. Херовое дело. Голосать где-нибудь на пуску финиш, ой, как неохота. Ведро как будто предугадало, куда я поверну, и решило перебежать мне дорогу. Блять! Чё, поехали? Два кольца, два эклипса. Запахло мясом, товарищ. Я бы кока-колу хлебанул.
Ну, блядь. Сука, не успел закрыть бутылку. Короля играет свита. И пусть мой зелененький больше похож на сток, едет он ничуть не хуже. Поверь мне, щеняра. Так, здесь резать не получится, придется по петлям. Куда полез? Блин, меня кидает по всей дороге, как побитую шлюху. Разрыв 0,6. Ой, девенька. Блин, он следует за мной во все коровьи очки. Вот что дерьмово. Так, отрыв 160 метров, в принципе, терпимо. Финиш в яме, окей. Разрыв почти 6. Хорошо, хорошо. Что вы сейчас на петлях опять налажаю наверняка? Так. Проехали. А вот это было больно. Тебе нужно топить во все тяжкие, чтобы его обогнать. Хотя, с другой стороны, вот он, бери его тепленьким. По крайней мере, поскольку это произошло на втором, сука, круге, я могу анализировать ситуацию, но я могу с уверенностью сказать, где его можно будет сделать, как его можно будет сделать и как потом сохранить появившееся преимущество. Уверен, что тебе и не снилось такое, а, собачник? Бля, если бы я сделал это без спида, было бы еще хуйнее. Бля, был бы он за мной сзади, было бы обидно. Ну что ж, первая гонушка вроде как без особых траблов. Серпантин. Это, блядь, наверняка в Кэнде. Хотя нет, спичный ролик, ты знаешь. Чем предлагается заехать по такому же кольцу, только с другим, с
стартом-финишем и в другую сторону. Позвольте спросить. Здесь еще три круга хуярит. В общем, проблема. В общем, проблематика всей ситуации. Но пока что кольцо повторяет то, что мы ехали. Ну, просто пиздец как. Прыгать нельзя. Это дерьмово. Тут тоже скатываться нельзя. Это тоже не очень хорошо. Так, пока идем, ну практически ноздря в ноздрю. Так, здесь можно чутка притопить. Здесь уже надо притапливать колоссально, я вам скажу. Нет, кольцо все-таки различается. Иначе мы сейчас повернули налево. Мне резко хуевее от того, что кругов 3, а не 2. С одной стороны, это дополнительный шанс фейла, но с другой стороны, гандикап на случай моего фейла. За окном какое-то пьяное быдло орёт. Хотя футбол вроде сейчас не идет по каким-нибудь более-менее общедоступным каналам. Блять, это было красиво! Так, первый круг пройден. Время круга 2.22. Разрыв 4 сотни. 8.5 секунд. Блять, да это же охуенно, господа. Главное сейчас себе под руку не ляпнуть. Дай-ка я чуть-чуть торможу. Небольшие ушки, разрыв сразу же сократился вдвое. В принципе, эта серия будет достаточно короткой. Надеюсь, что не удастся забороть этого собакожора с первого раза. Захотелось поиграть в сталкера. Почему? Алсу, ребят, есть тут у меня одна мысль. Хочу кинуть клич по подписчикам. Если у кого-нибудь, есть какой-нибудь знакомый майнер, еще кто-нибудь, который распродает видяхи 1070. С радостью бы парочку прикупил. Цена, ну, не выше 13. Пару 1070 за 25 я бы взял, не раздумывая практически. Ну, единственное, что состояние должно быть не слишком уж убитое. То есть, если они копали, то они должны были копать в нормальных условиях. С хорошим ригом, со всей хуйней. Это бывает, блядь, копают в каком-нибудь сыром подвале. И пиздец.
не приходит. И опять-таки, возвращаясь к вопросу комплектухи. Когда я начну заказывать и буду собирать себе компьютер, я обязательно сделаю об этом видос. Может быть, даже создам какое-нибудь подобие лайв-канала, где буду творить всякую несусветную хуйню. У меня есть планы по второму каналу, но пока едва-едва хватает времени на первый. Так, может быть, и буду выкладывать видосики чисто для собственного успокоения. Ну как? На лайве видео будут появляться реже. Хотя просто потому, что это не основа. Так, спид резко сбросился. Здесь иногда бывает, когда на особо быстрой тачке проскакиваешь выше 250, есть шанс уебаться в эту арку. Причем не очень-то иллюзорный. Что, блять? Не, ну вы видели отрыв, а? Что-то я как-то охуенно разъехался. Не находите? То, блядь, в прошлой серии рачил, как скотина ненужная. Еле-еле две гонки откатал. А сейчас что-то как-то, смотри-ка, и раскатился охуенно. Ой, блядь, было больно. Ну, отрыв, получается, 800 хером метров. Он, сука, не очень-то сокращался. Не, смотри-ка, догоняет, урод. Я и так иду 200 с хуем, а он догоняет. Вот как такое может быть, а? Неужели, блядь, сила программного кода его так попинывает? Он начинает охуевше быстро ехать. Саныч, ты крут. Я почему-то думал, что я буду рачить на боссе. А теперь давайте вспомним. Где же, блять, в прошлой серии был этот злоебучий жетон на машину? Я помню, что он был слева. Поэтому давайте попробуем открыть середину. Сука, деньги. Правый борт. Есть контакт! Значит, кайман будет слева. Соси хуй, животное. Итак, что у нас по хронометражу? 19 минут. Ну, в принципе, да. Пора заканчивать. Приготовляшки и прочее говно мы будем делать в следующей серии. Пока, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Группа ВК. Можете даже мне в личку строчить, не запрещаю. Ну и до скорого!